батюшка, я бы хотела спросить, а можно ходить после Пасхи на кладбище к умершим, убирать могилки? На самом деле есть определенная традиция. До Пасхи мы заблаговременно ходим на кладбище, поухаживаем за могилкой, а потом уже встречаем Пасху. А уже на могилочке мы идем на Радоницу, на 9-й день по Пасхе, с радостью воскресения Христова. Конечно, если человек пойдет и в светлую седмицу после Пасхи на кладбище, греха в этом не будет. Но нужно все-таки делать, как это нужно и правильно. Храни Господь!